Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня поиграем в игру, которая называется «Игры воинов». Милорд, мы последний не сдавшийся город. Все наши союзники побеждены, и враг у наших ворот. Милорд, я ваш генерал. Мы готовы сражаться, просто отдайте приказ. Следующая волна. Нажмите на отряд, чтобы послать его в бой. Так, эта полоска показывает число готовых к битве, короче. Фига, они бегут. А чё такое? Вот, совсем другое. Тут, думаю, нифига себе скоростуха. Это чё? Это всё? Милорд, приближаются новые вражеские войска. Они нашли нас. Мы должны держать позиции, защищать ворота. Так, в замок. Улучшите стены 3 раза, чтобы получить башню. Так, 1, 2, 3. Это новое оборонительное укрепление разблокировано. Отлично. Так, ну что, друзья мои, следующая волна. Я так понимаю, да? Это вот у нас тут башня, смотрю, уже есть. Ну-ка. Давай, 1, 2 отряда. 2 отряда у нас готовы, бегут. Против орков мы, что ли, воюем? Так, а у него лучники уже есть, прикинь. И не только лучники. Так, тихо. Опять, ребята, игра из жанра Tower Defense, походу, дела. Опа-на, поднять уровень. Волна очень. Ну и перевод. Милорд, приближается новая волна, пожалуйста, спасите нас. Опять обучение идет. Милорд, мы должны обучить наших людей, чтобы у нас появился шанс. Юниты. Так, обучи фермеров. Ну, давай. Ох, ё. Так, это копье. 50% бонус к урону. Дротик. Бонусная атака. Это нифига. Это такое древо здесь у них. Ё-моё. То есть, куда мы его отправим? Либо в копейщики, либо в мечники, да? Давай в мечники переведем. А как перевести? Дерево техники солдат. Пока никак, ребят, я не могу ничего сделать. Генерал. Милорд, через каждые 10 волн появляется организованная армия. Здесь я могу встать сильнее, чтобы сразиться с нею. Разблокировать боевой рог. Временно увеличивает урон юнитов. О как. Карта. А что за карта? Милорд, соседние города просят о помощи. Они обещают поделиться своими богатствами, если мы их освободим. Нажмите на ближайшего соседа. Так, создайте свою стратегию. Нажмите на отряд, чтобы добавить его в армию. А у меня только мечник. Вторгнуться. Может быть, я зря не знаю. С 3 этими охламонами, блин. Так. Они стоят, они ждут. Ладно, гоблинов мы этих порвем, понятное дело. Ну что дальше? На, где там? Вон стены, вижу. Ой-ой-ой. А мы не сможем пройти, ребята. Нас расстреляют. Е, выбили врата эти. Хе-хе-хе. Город загружен. Так, колонии. Чтобы победить над вражеским городом, они становятся вашей колонией. Вы можете улучшить его, чтобы получать больше ресурсов. Знаешь, что мне это напоминает, игра? Помнишь, где мы играли, башню строили там, эти против орков всяких нежити? Тоже захватывали города и улучшали их. Так, улучшить. Ага. Такс, что у нас тут? Юниты, блин, ну юниты. Пока ничего не могу сделать, ребят. Пока надо, видимо, улучшать. У нас замок еще. А, лучники есть. Блин, у нас 2 у нас есть. У нас не хватает денег, у нас всего 2 монеты осталось. Так, генерала прокачивать можно отдельно. Все, я понял. Так, ну что, следующая волна. Берем 2 отряда. Побежали. Такие хламоны.
На тебе. Блин, если бы я еще попал хоть по одному. Фу. Ты серьезно? Ребят, мы запинали даже коника, прикинь. Давай, 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 давай. Эть, навтыкали. Ай, рок, я подужу. Подужу, блин. Все. Сосунок. Захотел на папочку напасть, ага. Как бы не так. Че, можно сразу следующую волну, что ли, вызывать? Серьезно? Да, ребята, тут следующая волна, блин. Сразу же причем. Смотри, у него... Смотри, волна, тут будут мечники и плюс... Опять... Ну, это не конник, ребята. Это кто-то посильнее. Это, по-моему, щитоносцы, скорее всего. Сейчас глянем. А, это кинжальщики. Вот оно. Куда вы убежали-то, дурачки? Есть, выиграли мы здесь. Волну полностью ликвидировали. Блин, да ты что, серьезно, что ли? Сразу следующее. Так, мы можем, знаешь, что сделать? Опа. Так, разблокирован новый юнит. Лучник. А ты что хотел? Думал, что я не буду лучников. Я буду все делать. Так, улучшаем. Опа. Ну что? Следующая волна. А где лучники? А, вот он рядышком, ребят, стоит рядом с генералом. Тут нужно ускорить. Давай, давай, затыкивай их. Есть. Пятая волна, как ты понимаешь, тоже пройдена. Ну и все. Так-с, дай-ка я... А знаете, что я хочу? Я хочу, ребят, выйти на карту и... Пробовать захватить. Вот этот, например. Вторнуться, да? Давай попробуем вторнуться. Блин, как-то... тут еще вон что, оказывается, есть. Зелья всевозможные. Погнали. Втроем бегут. Втроем, блин, против... Да, это я, конечно, сгоряча что-то сделал, так, если честно. Просто сгорячухи. Тут карта будет здоровая просто-напросто. О! Вот что я могу захватить, наверное. Почему так мало юнитов? Стоимость вторжения 2 золотых. Почему мало так юнитов? Почему не могу взять еще кого-нибудь? Стены 200. Да ты с этим хотя бы справься. Стены 200. Еще стрелять начнут. Шикарно. Ребят, я выиграл. Я выиграл здесь. Так. Этот городишко будет мне приносить немножко. Ох ты. Банк требует подключения к интернету. Повторите попозже попытку. В плане попозже попытку. А что, я сейчас не подключен к интернету? Серьезно? Вы издеваетесь. Так, юниты. Я вот не могу понять, ребята, почему я не могу прокачать дальше? Что нужно для этого? 734 монеты? Ты серьезно? Так, ну ускорение, ребята. Ой. На тебе. Ну, шестая волна тоже будет у нас пройдена. Как ни крути. Ух, завалили. Забомбашили. Следующее. Я хочу просто, ребят, посмотреть. Так ли оно? Эта фигня вообще, ребята, стреляет какую-то ерунду, если честно. Урона она не наносит. А вот нас сейчас, по-моему, заколбасят. Лучник стреляет. Стреляет, родной мой. А как тебя прокачать, а, лукарь?
Блин, если бы не было бы лучника, мы бы сфейлились. Это 100%. Так, сколько? 502 монеты. 502 монеты у нас. Временно увеличивает урон. Ого, 300% бонуса против осадных оружий. Тут еще и осадное оружие будут, да? Да почему я не подключиться к интернету? Вы совсем что ли опупели? Опа, ребята, третий уровень там он наверху. Но я туда не пойду, потому что... Потому что мне не нравится, что у меня всего лишь два солдата. Что это за армия из двух юнитов, ребят? Ну... Хотя бы как здесь было бы, это да. Я боюсь, мы сейчас сфейлимся. Так. Ну, этого завалим. Есть. А на 10-й волне нам сказали, будет супер отряд, насколько я помню, да? Вот, можно улучшать. Блин, да до какого нужно прокачивать-то вас, а? Бонусная атака. Так, дротик. Так, у мишков нет никаких либо бонусов или штрафов. Каждый тип юнита имеет бонус к атаке другого типа. Я вот не пойму, или я что-то неправильно делаю, или... Или, как говорится, к интернету не подключен. Но это бред. Так, ребят, ладно, поехали. У нас следующая волна. Так, на этот раз у нас немножко лучше прокачаны. Все-таки уровень не получили. Пришлось через усиление играть, естественно. Вот, это была 9-я волна. А вот 10-я... 10-й, ребята, нам сулит проблемами. Так, стены. Лучники, кстати, могут быть вот такими вот. Ну, не сейчас, конечно же. Ну чё, приближается армия. Каждая 10-я волна, с которой вам придется столкнуться, будет представлять собой хорошо организованную армию. Берегитесь ее. Труднее победить, чем обычные толпы врагов. Они идут на меня хоть? Выпускаем, ребята, кракена. Три волны, да? Но стоят мои ребята, ждут. Организованная волна, сосунки. Я тебе скажу, сосунки. Мы их сделали. Мы их просто-напросто сделали. Это бесит меня. Так, стены. Я так понимаю, каждые три улучшения дают нам еще, наверное, башню, скорее всего. Но это не точно. Так, ну что, друзья мои, давайте мы тогда на этом сегодня закончим снимать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!